Алло, Лёх! Лёх, слушай, не, ну ты бери, знаешь, три. Ну, две мало, Лёха. Мало две. Мало. Лёха. Лёх. Лёха, а это... Это точно строительная 12, а? Лёх. Молодой человек. Молодой человек. Ты! Молодой человек, вы не угостите прекрасную даму сигареткой? А чё она сама не подошла-то, а? Завязал. Ой, молодой человек, держите себе яблочки зелененькие, маленькие, но очень сладенькие. Спасибо. Да, кстати, вот ваша сдача. И еще у нас завтра придут большие свежие бананы. Прямо из Африки. Да вы что? Да. Я приду. Приходите. До свидания. Я вас жду. Девушка, здравствуйте. Здрасте, что надо? А что это у вас такое, кругленькое, румяное, совсем как ты, радость моя, радость моя? Это яблоки. Да? Да. Тогда, пожалуйста, взвесьте мне 10 кило, и чтобы вот каждое яблочко в отдельности бумажечку заверните. Заверните, пожалуйста, бумажечку. Молодой человек, вообще-то у нас это не полагается. Что значит полагается, не полагается? Ну что полагается? Ну, понимаете, мне очень надо. Ну, пожалуйста. Это будет дорого стоить. Не заплачу. Угу. Ой! А что это у вас такое сочное, такое совсем аппетитное, совсем как ты, мое солнышко? Так это апельсины. Да? Тогда, пожалуйста, мне тоже 10 кило, и чтобы каждый апельсинчик и бумажечку по отдельности. Вот заверните, пожалуйста. Что-нибудь еще? Ой, что это у вас такое сморщенное? Такое неказистое, серое и засушенное. Так, молодой человек, боярышник, изюм и шиповник у нас не продается! И вообще-то я на них не похожа! Здорово, дорогой. Привет. Здорово. Как сам? Слушай, отлично. Че? О, женился недавно. Да-да-да. Да. Круть, поздравляю. Да. На ком? Слушай, целая история. Иду недавно по парку. Вдруг смотрю, прямо навстречу мне лягушка сидит. Ага. Зеленая, маленькая, вся в пупырышках. И че? И говорит мне человеческим голосом: поцелуй, да? Меня, мил человек. Да ну. Я в девицу превращусь и сразу за тебя замуж выйду. Да ну. Да серьезно. И че? Вот тебе крест. Ну. Ну. Поцеловал. Кого? Да лягушку же. И тут она как о землю грянулась. И еще. И третий раз. И превратилась в девицу.
тут же за меня замуж вышла. Вот это да. Красивая? Да не то слово, как богиня. Ну а по полной программе. Что, хозяйственное хоть? Да все на ней, все хозяйство. Пылинки с меня сдувает, штопает, готовит, вяжет, стирает. Блеск. Умная? Нет, полная дура. Да ты че? А че так? Ну, наверное, грянулась сильновато. Врешь? Вру. А чё превышаем-то, а? Чего превышаем? Скорость! Документы! Ребята, я наконец-то прочла ваше сочинение на тему «Моя семья». Так, Загородулька Данила. Данечка, пятерочка, молодец. Так, Сайчева Алена, тебе пятерочка, но с минусом, да. Так, Юля Фигурина, Юленька, тебе четверка, как бы подумай. Так, Вовочка. Вовочка, встань. Так, скажи, пожалуйста, почему у тебя написано? Вот, мой отец дурак, мать тоже, и только я самый умный в семье. Это как понимать? Так они сами это говорят. Что говорят? Отец дурак, что женился. Ну? Мать, что вышла замуж. Дальше. А я жениться не собираюсь. Сядь уже. Рыбки! Господи, это что же из ванной-то выйдет? А? Товарищ прапорщик, разрешите обратиться? Ну, чё тебе? А правда говорят, что крокодилы летают? Идиот! Крокодилы плавают! Иди отсюда! А? Товарищ прапорщик... Что тебе? Товарищ генерал сказал, что крокодилы летают. Ну? Некоторые летают, но низенько, низенько. Иди,
товарищ прапорщик. Да что тебе, ну? А товарищ генерал сказал, что они высоко летают. Ну, это высоко залетают только опытные крокодилы. Ну. Товарищ прапорщик. Так, кругом! Свободен! А ну, раз-два, 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 раз-два. Раз, два. Подруга. У меня тут слово. Из четырех букв. Пушистое животное. На А заканчивается. Лиза. Какая такая Лиза? Так моя кошка зовут. А у меня твердая, длинная, три буквы. На И кончается. Так этот. Ки. Ки. Слушай, подруга, точно Ки? Ластик дай. Я сегодня утром проснулся по-настоящему счастливым. Как ребенок спрыгнул с постели, прямиком рванул в душ, ведь у меня сегодня день рождения. Я вышел из душа, свежачок, надеялся, что любимая жена не забудет меня поздравить. И любимая жена забыла меня поздравить. Но я думал, ладно, фиг с ним. Любимые дети-то уж точно не забудут поздравить папочку. А любимые дети забили на папочку. То есть забыли его поздравить. Вот в таком состоянии я поехал в офис. Хреново! Приехал в офис, швырнул портфель. Но тут подошла секретарша Юля. Юлечка. Она сказала: «Шеф, у вас же сегодня день рождения. Давайте я сварю вам наикрепчайший кофе, и все станет на свои места». Я говорю: «Давай». Она сварила мне кофе, я взбодрился, сел, начал работать. Потом в обед секретарша Юля подошла, положила свои руки мне на плечи и сказала: «Шеф, у вас же сегодня день рождения. Давайте поедем и пообедаем где-нибудь вместе». Я как просветлел даже. Сказала: «Почему бы и нет?» И мы поехали, пообедали в какой-то итальянский ресторан. После обеда секретарша Юля сказала мне: «Шеф, у вас же сегодня день рождения?» Я говорю: «Да». «А рабочий день уже совсем закончен». Я говорю: «Да». Она говорит: «Поехали ко мне домой». Я говорю: «А почему бы и нет?» Мы поехали к ней домой. А у нее уютно. Юля сказала: «Шеф, у вас же сегодня день рождения. Вы присаживайтесь, я налью вам что-нибудь крепенького, а сама пойду одену что-нибудь легонькое». Я сказала: «Почему бы и нет?» Юля ушла, закрыл за собой дверь. Через несколько минут Юля вернулась. Открывается дверь, входит Юля,
А за ней моя жена, любимые дети, коллеги по работе, партнеры по бизнесу, одноклассники, друзья, соседи. А я сижу весь голый в ожидании Юли и напеваю. Happy birthday, меня. Happy birthday, me. Кстати, как там Юлечка? Так что там дальше было? А, ну, короче, потом я Деда Мороза увидел. Да что ты меня заливаешь, а не настоящий? Ну, почему? Настоящий, я проверял. И как? Ну, я, короче, у него спросил, сколько стоит Снегурочка на ночь? Снегурочка? Да. И он мне ответил, ну, 100 баксов. 100 баксов? Да он за эти деньги не то что Снегурочку, Баба-Ягу-то не найдет. Ну, почему? Ну, сразу видно, человек из лесу прибежал, ни хрена цен не знает. Врешь? Вру. Ой, не знаю. Не знаю. Не знаю. Сколько можно повторять, что балки на даче совершенно сгнили? Хорошо, мама, я посмотрю. Мама, я посмотрю. Что он посмотрит? А парник покосившийся? А доски на крыльце, которые повело 3 года назад? Маменька, прекратите. Кое-кто в прошлом году мне клялся их поменять. И сарай кое-кто обещал прибрать, чтобы туда можно было войти. Тебе на голову ничего не свалилось? Грядки огородить, калитку подвесить. Тоже мне взять. Фу. Нечего взять. Вот у Маркиных взять. Сынулечка, сходи, пожалуйста, бабуленьке крем для губ. Принеси, пожалуйста. Да-да. Окей. Иди, внучек, тебе не надо этого слышать. А какой крем? Ссылочка, там на тюбике, да, на таком, момент написан. Окей, сейчас принесу. Отделение, стройся! Смирно! Равнение налево! Товарищ генерал, отделение химзащиты построено. Во время моего дежурства никаких происшествий не произошло. Дежурного подарили сержант Загорулько. Что с голосом, Загорулько?
простыл, товарищ генерал. Больно. Есть, больно. Больно. Значит так, бойцы. Завтра приезжает начальник штаба округа. Сержант, я же тебе сказал к обеду будить. А? Вот что такое? Вот. А? Ты кто такой? Мать твою за ногу! Почему не в строю? Я дембель. А ты кто такой? Я? Генерал? Ну, в принципе, тоже не хреново. Загорулька. Васильич, ты где шляешься? Мы тебя уже тут ждали. Горе у меня. Какое горе? Поминок я. А кто умер-то? Дядька мой отмучился. Это дядька, это Мировецкий мужик, у него еще жена Зинаида вот такая. Да. Мировецкий мужик был. Почему был? Он и есть. Вот дядька отмучился, тетка померла. И по этому поводу песня. Подними меня. Из-за острова на стрежень, на простор речной волны выплывает расписная, расписные стенки. Поклон.